Ребята, Сэмпса вызвали, видео есть. Есть видео? Ну, хоть что-то там, светофор, как оно было. Стояли, я все в курсе, да, я видел. Все нормально, уже едут. И скорая тоже едет. Куда вас повезут? В первую. Следственное направление, Никола Виталий Михайлович. На перекрестке проспекта Шевченко, проспект Гагарина произошло дорожно-транспортное происшествие при участии трех автомобилей и одного мотоциклиста. Мотоциклисты... Можно в камеру? Мотоциклисты госпитализированы в первую больницу. Также после водителя данного автомобиля тоже автомобиля Nissan госпитализирован в больницу. Водителя... Один из участников, который остался на месте происшествия. По предварительной версии, что могло стать причиной ДТП? Пока версия по предварительному исходу, скорее всего, кто-то проехал на запрещающийся на светофор. А кто будет, мы в процессе следствия будем уточнять. Вы можете время ДТП назвать? Время ДТП ориентировочно в 7-7.30, то есть в этот период. А назовите место, где находимся. Проспект Шевченко, 6/3. И можете количество. Пол восьмого. Да, как раз пересменка нашей. Количество участников ДТП? А? Количество участников ДТП? Количество 3 машины, 1 мотоцикл. Потерпевших не могу назвать, по предварительным данным, мы не знаем, сколько. Собрали в больницу несколько скорых поехал. Наталья Анатольевна Свирепа. Я ехала по проспекту Гагарина на зеленый свет. Вернее, я стояла сначала на красный, потом на зеленый не спеша поехала. Здесь машины уже остановились на красный, там не было никого. Когда я доехала до середины перекрестка, на огромной скорости оттуда проехала машина. Вот эта белая спортивная, которая развернула меня в обратную сторону. Видите, не легенькую машинку, не маленькую, развернула в обратную сторону. Снесла здесь мотоциклистов, стоящих на красный. И вот ту машину следующую тоже развернула. И у нас было такое впечатление, что он попытался скрыться. Я не могу этого утверждать, но он начал разворачиваться. И тут один из свидетелей, который попытался мне выйти из машины, побежал, чтобы заблокировал номера, а там еще и заблокировали. Полиция приехала. Я только ударилась виском, и меня уже из больницы отпустили, в принципе, более-менее все нормально. Несомненно, что у мотоциклистов у обоих сломаны ноги, это было видно невооруженным глазом, и, наверное, еще какие-то травмы. А людей в белой машине заблокировало, их доставали, их вытаскивали из машины, я не знаю, какие там травмы. То есть люди, несомненно, были все ранены гораздо более тяжело, чем я. Мы сейчас находимся на проспект Шевченко у Гагарина. Здесь произошло ДТП, я это видел, я ехал со стороны генерала Гагарина на красный сигнал светофора, мимо меня пронесся белая иномарка от Nissan и наехала на стоящих мотоциклистов. Они стояли на свой красный, ждали своего зеленого, и зацепила еще 2 машины. Можно, скажите, пожалуйста, Nissan ехал откуда, куда? Nissan ехал по проспекту Шевченко со стороны политеха в сторону Дворца спорта, на очень большой скорости. И а он, получается, на красный ехал, на зеленый? Да, для него был красный. То есть это было четко видно на регистраторе, который я отдал следователю. А характер езды какой, можете? Скажу так, рев мотора был слышен очень сильно. Я сквозь шлем, сквозь шум мотора я его слышал. Поэтому не газовал, потому что думаю, кто-то несется. И он нес, мне кажется, даже его занесло, потому что он как-то так вилял. Машина виляла, то есть, на скорости. А автомобили те, которые он сбил? Они стояли. Они стояли где, получается? На сигналы светофора. В том же направлении или куда? Нет, во встречном. То есть машина спортивная, она вылетела на встречную полосу. То есть если бы она ехала бы прямо по своей полосе, она бы даже на красный никого бы не зацепила. То есть они стояли в направлении, можете озвучить, какое направление? В направлении политеха. По проспекту Шевченко? Да. Это, получается, автомобиль какой стоял? Кэмри, это белая Кэмри. Вот это, которая сейчас за вами, да? Это белая старая, вроде Кэмри, я не знаю, а Nissan тоже. Старая тоже иномарка белая. И мотоциклисты. То есть они все стояли в противоположном направлении? Они не нарушали ничего. Они стояли на красный, ждали, да? Да.
А он в них врезался? Он, да, он в них врезался сначала в одну машину, потом мотоциклиста, как я понял. Я уже сам момент не видел, потому как я побежал на шум удара, что случилось с пострадавшим. Понятно. А во сколько это произошло? Это было 7:35, вот, как бы, на регистраторе это там отмечено.